Малышатки мои, вы дождались меня, да? Все вместе спали? Да, скажи, что нам вкусненького принесла? Лапоньки мои. Ай, тигруля. Малыши-карандаши. Их уже старшие научили. Если я ухожу из дома, то обязательно что-нибудь вкусненькое им приношу потом. Да? Когда я из магазина возвращаюсь с пакетами, они все вместе в пакеты уже лезут. Особенно понравилось Шерханчику всегда по пакетикам шуршать. Что-нибудь вкусненькое. Мяско какое-нибудь, да, нам мамка приносит, скажи. Да. Лапоньки мои. Вкусниши, малыши. Все, Нюшка, отжали они у тебя верхушечку, да? Отжали, скажи. Ой, на, Шерхан, на тебе еще на. Котят угостила сыром. Ой, Луняшка, на. Луна очень сыр у нас любит, любой. Котятам первый раз дала попробовать, всем понравился, но здесь у нас пармезан, так что котят губа-то не дура. Ай, видите, как он забирает. Ай. На, кушай. Пока мамка не забрала у тебя. Луна, Луна, на. На, вот тебе на. Сыр они очень любят. Забирает он прямо. Эй, Шерханчик, тебе сырок понравился? Понравился? Да, на, Луняшка. Нюшка у нас как-то так, ну, может съесть, может не съесть. А вот Луняша очень любит сыр. И котятки в Луняшку пошли в этом плане. Пока малыши спят, старшие тоже играют. Луняшка! Лошадки мои не упускают свободной минутки, чтобы побегать. Эй, оливка. Оливка. Ой. Видите, какие они уже большенькие у нас. Уже втроем только помещаются на стульчик, на пуфик. Уже тут нет места для мамки. Ой, ой, ну Шерханчик обнял девчонок, посмотри-ка. Обнял. Мои сестренки, скажи, да? Ну что, мама, зацеловала Шерхана? Да, скажи. Все щечки ему зацеловала. Любимушки мои. Эй, Шерханчик, любимуша. Вы что, выспались уже? Снова играть будете? Шалить. Нам, скажи, хочется пошалить немножечко. Ей, пирожок. Любимки мои.